А когда начинаешь покрывать ваксом, он проявляется. Клей проявляется? Да, вакс не дает проходить туда внутрь. Вот, ваксом. И что, Марат, что? Ну, надо снять эту корку. Сейчас более-менее. Что, Марат, сейчас бровку подклеивать будешь, да? Да. Такая малость клея, что... Как красивая полосочка тут появилась. Светлая с темненьким. Да, разное дерево, разная красота. Зеленоватая такая. И форма тоже интересная.
Сразу расцвела так. Хорошенькая стала. Запах даже мед, акация, да? От этого вакса. Медом пахнет очень сильно, да. Очень хороший вакс. Элегантно так ложится, да? Да. Ушки. Хвостик очень интересный. В общем, вся она красавица, конечно, Марат. Ты, как всегда, вот следующая прекрасен. А следующая работа? Ой. В работе еще. Ага, в работе еще. Да. А это уже другой характер у нас тут. Да. Отлично. Ну, хорошо, работаем, да? Трудимся. Все, до свидания, Марат.